Сергея, ему 44 года. И вы знаете, это интеллигентнейший, светлейший человечек. Она ведь пела романсы не только на русском языке. Она на испанском, на французском, представляете? Вот. И действительно, слушая голос ее, вы знаете, даже аура изменялась вокруг. И, конечно, вот эта утрата очень тяжелая. Знакома со Светланой Сергеевной с 1984 года. Со знакомства с ней начался мой трудовой путь в Сыктывкарском медицинском колледже. Она многогранна как личность. Она очень уникальная женщина, но ее отличала еще огромнейшая скромность. То есть вот много достоинств, которые сейчас вот представлены, да, для нас вот открытие для меня. Вот. Хотя мы контактировали, конечно. Но преимущественно по работе контактировали, но были и встречи такие, вот наши дети вместе росли, общие праздники были, Новый год встречали, то есть вот и Наташа была, и сын мой Ярослав тоже общались, но вот о ее вот этих достоинствах, я говорю, я вот многое слышу впервые. Это интеллигентнейший человек, я еще раз повторюсь, что отличал, которого огромная скромность. Очень жаль терять таких людей. Царствие небесное, Светлана Сергеевна. Наташенька, примите соболезнования. Кирилл тоже.